Привет, друзья! Вы на канале «Страна рецептов». Сегодня готовлю картошку по-деревенски. Блюдо достаточно простое, но тем не менее очень вкусное. А как известно, зачастую так и бывает. Чем проще, тем вкуснее. Понадобится минимум продуктов. Это свинина, картошка, лук, чеснок, соль, перец и лавровый лист. Свинину я взяла окорок. Нарезаю на произвольные куски. Не слишком мелко. Мелко нарезаю лук и ножом мелко измельчаю чеснок. Картофель тоже нарезаю произвольно, крупными кусочками. В разогретую кастрюлю с небольшим количеством растительного масла выкладываю лук. Немного погодя выкладываю чеснок и слегка обжариваю. Далее в кастрюлю выкладываю мясо и продолжаю обжарку. Мясо начинает давать сок и оставляю его под закрытой крышкой тушиться до готовности. Мясо мое тушилось минут 40, теперь я добавляю к нему картофель и заливаю водой. Вот приблизительно столько воды я наливаю. Добавляю лавровый лист и тушу на медленном огне. На данном этапе можно посолить и поперчить. И далее тушу до готовности. В этом блюде мы любим картофель именно чтобы был растушенный. Если вы любите, чтобы картошечка была одна к одной, не разваренная, и бульончик был прозрачный, нужно тогда залить побольше воды, заранее посолить, поперчить, все перемешать и в процессе тушения стараться больше не перемешивать. И, конечно же, зависит очень многое от самого картофеля. Тушеный картофель по-деревенски готов. Выкладываю на блюдо и посыпаю рубленной зеленью. Картофель получается очень вкусный. За счет того, что в блюдо не добавляются никакие дополнительные овощи, и с луком еще и обжаривается чеснок, открывается шикарный вкус тушеного картофеля. И, конечно же, большую роль играет лавровый лист. Если вам был интересен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем здоровья и приятного аппетита!